Вот, что я хотел бы сказать. Как Николай Васильевич сказал уже, что многие фермеры, столкнувшись с бахчеводством, отказываются от бахчеводства, потому что терпят убытки. Дело в том, что зачастую фермеры, не зная эту культуру, думают так, что если они возьмут дорогие импортные семена, они будут на коне и они получат очень хороший урожай. К сожалению, в наших условиях современных, когда меняется климат, когда погода становится непредсказуема, не все так бывает гладко, как изначально можно подумать. Почему это происходит? В первую очередь, вот многие делают акцент на голландские семена, голландской селекции, вот, ну, европейские. Но дело в том, что многие не знают, что эти семена зачастую выращиваются в странах Северной Африки, в странах Азии, потому что там дешевое производство, дешевле рабочая сила, да и потом в той же Европе нет столько земель, чтобы вести такое семеноводство. И поэтому, когда покупаем семена там, пакетированные, в фольгированных пакетах или в жестяных банках, высеваем их на наших полях, эти растения сталкиваются с реалиями нашего климата. И далеко не всегда эти реалии выглядят так, как они должны выглядеть. Неблагоприятно они выглядят для них. К нам приезжали фермеры из Гулькевичского района, которые большие вложения делали в те же самые сакатовские семена. Высевали их, но последние где-то лет 10, вот у нас по району идет такая тенденция, что вторая декада мая провал по температурам. Понижается температура, низкие ночные температуры, невысокие дневные, небо закрыто облаками, моросит холодный дождь, земля не прогревается. Естественно, это приводит к тому, что либо семена импортные вообще не прорастают, либо они прорастают и сгнивают, не появившись даже на свет, скажем так, не выйдя из земли. Либо мы сталкивались еще с такими вариантами, что холодная температура бьет точку роста, происходит израстание, и арбуз вместо того, чтобы выпускать плеть, он становится какой-то курчавость такая возникает, и там уже, естественно, никакого урожая не будет. Фермера приезжали, спрашивали, что делать, там однозначно просто все это запахивать и пересевать, если есть возможность. Вот. Это к тому, что какие семена сеять. Опять же, второй аспект, который можно выделить, вот даже наша кубанская станция и, ну, не только наша станция, те учреждения, которые ведут селекцию по бахчевым культурам, у нас акцент идет на качество плодов. В первую очередь это качество, то есть предоставить потребителю качественные плоды, вкусные, сладкие, с хорошей консистенцией мякоти. Вот. Импортные зачастую, там идет красивая картинка, но качество страдает. Вот мы на наших посевах периодически испытывали гибриды сорта зарубежной селекции. По сахарам, по качеству мякоти, но ни один гибрид или сорт иностранной селекции пока не превзошел наши сорта. Тот же арбуз ольгинский, это темнокурый арбуз, который вы видели у нас на поле. Он для нас является стандартом по содержанию сахара. Вот. Последнее время публика, не публика, а потребитель очень стал такой разборчивый. Многим не нужна эта картинка, многим нужно покушать вкусный арбуз. То есть, если это арбуз, он должен быть вкусный, сладкий, сочный. Если это дыня, то же самое. Вот. Что касается кабачков, которые мы сегодня видели. Почему-то фермеры предпочитают покупать семена иностранной селекции, где одно семечко стоит 2-3 рубля. Вот. И наши кабачки, которые, ну, ничем не хуже, я считаю, и по вкусовым качествам, и по урожайности. Когда мы предлагаем фирмам отечественным, это фирмы НК Семена, допустим, Гавриш, Поиск, Аэлита, ну, много фирм. Они говорят, что у нас дорогие семена, хотя я бы не сказал, что это дорогие. Наши семена стоят около 1000 рублей за килограмм, те же самые кабачки.
Импортные семена 2-3 рубля стоят одно семечко, в килограмме порядка до 10 тысяч семян. То есть, грубо говоря, килограмм стоит 20-30 тысяч. Ну, не знаю, выбор каждого, но это все ложится на затраты. То есть, многие вы здесь производственники, вы знаете, вы умеете считать затраты. То есть, все это обходится очень дорого. Какой бы еще хотелось аспект выделить? Мы, так как мы, скажем так, небольшая научная станция, мы не можем вкладывать такие деньги и в рекламу, как позиционируют себя иностранные фирмы. То есть тут мы, да, мы проигрываем, но благодаря вот таким мероприятиям, как сегодня, мы можем показать, что российская селекция, российская наука, она живет. Она не где-то там задвинута на задний план. То есть мы можем конкурировать с иностранной селекцией. Единственное, мы, конечно, не всегда можем это предоставить так, как предоставляют они. Проводя семинары, навязывая, рекламируя, показывая и в печатных изданиях, в журналах, с телевидения вся эта реклама, и в интернете можно это все тоже прочитать, реклама навязчивая идет. Вот. Но опять же, как я уже сказал, это выбор каждого, какие семена сеять. Вот. То, что вы видели наше поле, многие задавали вопрос, сколько удобрений вносится, я хочу еще раз повторить, туда не вносились никакие удобрения. То есть, так как у нас там еще растут коллекционные образцы и еще селекционные образцы, наша задача испытать все на естественном фоне. У нас была там всего лишь одна подкормка микроудобрениями, это буксал, но это было в июне, для того, чтобы дать развитие растений. Вот. Ни в пахоту, ни под пахоту ничего туда не вносилось. Единственное, что мы делаем, это строгое соблюдение севооборота. Это обязательно надо соблюдать под бахчевые культуры, где-то 5-7 лет минимум делаем мы. Предшественник у нас всегда идет озимая пшеница. Вот. Соблюдая эти вещи, то есть по сути мы производим вот как раз это модное слово органическое земледелие, земледелие органическая продукция, то есть экологически чистая продукция. Потому что, ну, что мне вам рассказывать, вы все прекрасно знаете, что особенно арбузы, они очень отзывчивые на внесение минеральных удобрений, особенно аммиачной селитры, то есть они растут как на дрожжах. Но дело в том, что какую мы продукцию получаем и чем мы потом кормим людей. Вот. Поэтому я считаю, наша задача получать качественные, вкусные плоды и предоставлять нашему населению эту продукцию. Чтобы у нас не было так, как, допустим, вот в Китае, в том же, у них, когда стояла первостепенная задача, так как много людей, почти 1,5 миллиарда, у них стояла задача накормить людей. Там никто не задумывался о том, насколько экологически чистота продукции, те продукты, которые они потребляют. Только последние годы они стали над этим задумываться, потому что очень большое количество онкологических заболеваний. Огромное количество. Вот. И только последние годы у них стали разрабатываться программы о том, чтобы контроль за качеством, контроль за содержанием нитратов. Вот. Но и опять же, это только все разрабатывается, еще такого жесткого контроля нет. И это может даже подтвердить тот факт, что они очень обильно скупают нашу сельхозпродукцию во всех приграничных районах. И скупают по хорошей цене, с удовольствием, и там эта продукция ценится. Вот, а взамен они поставляют свою продукцию по более дешевой цене. Вот, поэтому, возвращаясь опять к нашим бахчевым культурам, я думаю, у вас сложилось представление, чем мы здесь занимаемся. В принципе, наши двери всегда открыты и для консультаций, и для того, чтобы приобрести семена или подчеркнуть какой-то опыт. Можно обращаться. Вот на сайте ВИР есть все телефоны, сайт ВИР он доступен. Просто набирайте в интернете ВИР. И там выходит сайт Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства. Вот. Подразделение, там все станции и контакты станции. Пожалуйста, звоните, если какие-то вопросы. Помимо этого, ну,
немножко забегая вперед, потом мы еще пройдем чай перед дорогой попить, потому что люди издалека приехали. Вот, там я раздал свои визитки, тоже звоните, в принципе, какие-то, если будут вопросы, я могу на них ответить, если я не могу ответить на какие-то вопросы, я обращусь, скажем так, к нашим более знающим специалистам в какой-то, в той или иной области, и все равно решение, я думаю, мы найдем. Вот. Или хотя бы подскажем, в каком направлении искать это решение. Да, сайт ВИР есть у всех, вот мне Алексей Алексеевич показывает в окно с обратной стороны, там все прописано. Вот. Возвращаясь опять же к нашим семенам, у нас покупают наши семена, вот Адыгея очень хорошо берет наши семена, Шаркеновский район, как я уже сегодня говорил, пути на море вы можете увидеть, что вот арбуз Чарльстон, который мы дорабатывали на нашей станции и который мы возвращали в реестр, потому что его не было в реестре, и по законам Российской Федерации то, чего нет в реестре, нельзя сеять на полях. Вот. Поэтому мы его вернули в реестр в 2013 году, но уже не тот Чарльстон, который был изначально, который поражал совершенной гнилью, а доработанный, который сейчас меньше поражает совершенной гнилью и дает хороший урожай, причем качественный урожай, сладкий, крупный арбуз. И товарных плодов выход хороший, и люди на этом зарабатывают хорошие деньги. Вот. Что касается, опять же, наших сортов, как вы видите, у нас мы не используем капельные орошения. Как уже говорилось, у нас здесь место с наименьшим выпадением осадков, в районе у нас меньше всего выпадает осадков. Тут существует так называемый армавирский коридор, это преобладание восточных ветров, которые, скажем так, разгоняют тучи над нами. То есть у нас, ну, мы все ехали по дороге, кто-то со стороны Кропоткина, кто-то со стороны Армавира. То есть тучи обычно подходят к нам с запада, со стороны моря, со стороны гор. Перед нами они либо уходят на Новокубанск, либо уходят на Булькевич и на Кропоткин туда. То есть либо севером идут, либо юго-востоком. Вот. Поэтому вот такая ситуация. Но опять же, испытывая в таких в условиях недостаточной увлажненности, создавая сорта, испытывая какие-то образцы, мы видим, как они себя ведут. Потому что ну, можно сделать капельный полив, можно там накормить химией, можно еще что-то сделать. Вариантов много разных, вы все это знаете. Но надо посмотреть, как он ведет себя в естественных условиях. И вот они, естественные условия. Недостаток влаги, как я уже говорил, по болезням мы не работаем вообще, то есть никакие опрыскивания фунгицидами мы не проводим, для того, чтобы понять, как этот сорт он подходит для выращивания или нет. Вот. Ну и также, повторюсь, инсектицидами тоже не работаем, не было у нас такого. Дело в том, что многие сталкиваются на посевах с клей в весенние, ранние весенние сроки, обращаются к нам, что делать. Мы советуем посмотреть, в принципе, если поражены тлей отдельные растения, то лучше не трогайте. Да, есть вспышка тли, но потом придет божья коровка, она прилетит, она отложит яйца, будут личинки, то есть она уничтожит эту тлю. Вы, скажем так, потеряете несколько растений, единичные какие-то экземпляры, но сохраните все остальное. Потому что очень часто сталкиваемся с такими случаями, когда, увидев первую тлю, фермеры бегут сразу, покупают пестициды, работают пестицидами по тле. Вот. Тля погибает, конечно, не проблема, но потом божья коровка туда не прилетает. А через неделю видят они опять ту же самую тлю. И если начали работать обильно, потом приходится работать весь сезон. Потому что естественных врагов у тли нету, и если не работать химией, тогда уже будет просто, ну, просто поражено все. Вот. Это вот такие маленькие нюансы, что я хотел сказать. В принципе, не буду долго отнимать ваше время. Мне очень приятно, что вы все приехали, заинтересовались. Вот.
Я видел, как вы слушали Анну Генриху, мы с интересом задавали вопросы. Поэтому я считаю, что, в принципе, ну, я думаю, многие так считают, что очень интересная получается встреча. Нужно такие встречи проводить, мы приходим к этому, что да, нужно, чтобы и производство, и наука, они шли бок о бок, как это было в Советском Союзе. То есть все там было четко разработано. Еще когда была система соцсемовища, люди, знающие, разрабатывали, это все работало и работало прекрасно. В 90-е годы все было разрушено и не могут восстановить до сих пор это все. Вот такой, скажем так, происходит небольшой разрыв науки и производства. Ну, я готов выслушать ваш вопрос. Юрий Алексеевич, а сколько осадков выпадает в зоне Потанки? Среднегодовое количество осадков в районе 550 мм. Но последние годы мы видим неравномерное выпадение осадков. То есть, вот, допустим, если взять 2018 год, все лето было засушливое, по всем месяцам шел недобор осадков, где-то примерно в октябре мы получили за несколько дней почти там 140 мм осадков. То есть, это вот если вы помните, октябрь, когда начало топить побережье, сходили, сели, реки разливались там на побережье, 2018 год, да, октябрь. Вот. У нас это прошло все так, что к тому времени были огромные трещины на полях. Тот дождь, который выпадал, он лил, и тут же уходил в эти трещины, насыщая землю. То есть мы с этим не сталкивались. Но вот из-за этого неравномерного выпадения осадков вот происходят такие моменты, что когда нужны осадки, их нет. Вот. То есть мы понимаем, что по итогам, на конец года мы получим эту норму в районе 550 мм, но хотелось бы это получать дозированно и лучше всего в период вегетации растений. Юрий Алексеевич, а вот что касается удобрений, вы их не используете, но это как рекомендацию фермерам, наверное, нельзя принять, да? Нет, конечно, я не могу рекомендовать использовать удобрения. Зачем? Дело в том, что удобрения использовать надо, потому что плодородие почвы устанавливать надо, поддерживать его надо, но любое удобрение должно применяться разумно. Не в таких дозах, как иногда применяют под пахчевые культуры, для того, чтобы получить огромный вал продукции. То есть должно быть все разумно и четко, в соответствии с рекомендациями. Можно применять и под фахоту вносить удобрения, применять и разные жидкие подкормки. То есть сейчас разнообразие очень большое. Что-то конкретное, ну, в принципе, я даже не могу рекомендовать, потому что ну, в разных условиях погодных какие-то лучше действуют, какие-то хуже. Это надо все смотреть. Вот. А так ассортимент сейчас огромный, конечно. По микроудобрениям, по удобрениям, в любой форме, и жидкой, и сухой, пожалуйста. Есть вопросы у присутствующих Юрию Алексеевичу? Нет пока? Пожалуйста, Трояновский, известный в Краснодарском крае агроном опытный, пожалуйста, Олег Юрьевич. Все-таки надо что придумать для борьбы с зайцем. Это же не только у вас такая проблема. Все борщеводы страдают от этого грызуна. Есть какие-то способы? Зайцы. Давайте лис разводить, единственный способ. Дело в том, что мы ничего не можем сделать с этим, это природа. Это природа. Я знаю, что некоторые фермеры уже доходят до крайней меры, ставят яд на полях. Но это тоже не выход, я тоже слышал об этом. Но все-таки же природу надо беречь. И если есть зайцы, они для чего-то нужны. Вы знаете, вот я хочу привести пример, ну, не касающийся, ну хотя и зайцы тоже. Вот мы когда занимаемся осенью описанием, те плоды, которые подгрызаны мышами или зайцами, вот из всего количества, когда вот мы смотрим на делянках, да, есть отдельные плоды, которые подгрызаны, вот, когда они уже созревшие. То есть надо начинать описание с этих плодов. Как правило, у них же более тонкие рецепторы, у тех же зайцев, то есть они чувствуют, что вот этот вот он будет более лучше либо по сахарам, либо по качеству. И это действительно так. Вы знаете, тогда мы даже вот
обращаем на это внимание. Да, в селекционном процессе обращаем на это внимание. Вот поэтому природа, ну, зачем с ней бороться? Ну да, она, конечно, приносит вред, но что делать? Очень короткую ремарку, мы просто выходим за время. Да, мы смотрим сейчас возможности естественной борьбы с этой напастью. И, возможно, вы слышали о работах нашего великого селекционера Беляева в Новосибирске по одомашниванию лис. В прошлом году на 125-летие института наши партнеры и ЦИК Новосибирска подарил нам лисенка. Мы, начиная с этого года, на Астраханской станции ездили одомашниванию, то есть лисенка, который дружелюбно относится к человеку и может содержаться в неволе. Мы будем пробовать такую биологическую меру защиты. Если на Астраханской станции сработает, значит, будем работать дальше. Но есть еще и вопросы законодательного регулирования. Просто понятно, что волны численности, заяц, если его при существенном сельском хозяйстве, развитии сельского хозяйства, то есть кормовой базы и без регулирования численности, понятно, что будет идти серьезный рост, что и происходит сейчас в южных регионах Российской Федерации. Мы вот как раз сегодня на поле обсуждали выход с предложением о законодательной инициативе по изменению порядка охоты или введению возможности отстрела. Мы, конечно, говорили это сейчас о научных посевах, но, возможно, если это является действительно существенной проблемой и в производственных посевах, то здесь может как раз и родиться такое солидарное мнение, обращение как со стороны научных исследовательских организаций, так и фермерских хозяйств и гостоваропроизводителей. Да, интересно. Фазана до недавнего времени защищали, а теперь уже можно и охотиться на юге. Еще, Юрий Алексеевич, хочется спросить, вот выращенные семена, выращенные в Африке семена, на эту тему много спорят фермеры, вот можно ли покупать семена, выращенные в Турции? Действительно ли семена, вот вы как ученые, что можете сказать, сохраняют генетическую память вот того климата, природных климатических условий, в которых они выращены? И если покупать семена, то надо покупать семена, выращенные поблизости от твоей земли, с тем, чтобы они наибольшую отдачу принесли. Конечно, как я уже говорил, есть такие факторы, которые влияют на то, что семена, которые выращены в Северной Африке, здесь они не всегда могут нормально расти в нашем климате. Еще есть одна очень большая опасность, то, что с завозом семян из-за рубежа мы завозим сюда болезни. Болезни, которые у нас не встречались, вот, и раса болезней, которые у нас не встречались. И получается, что мы здесь создаем такой фон по болезням, что потом, ну, может быть, не сладко придется. С этим сталкивалась где-то в начале 2000-х, по-моему, в Астрахани была такая проблема с импортными томатами, когда у всех в один прекрасный год они просто все погибли. Вот. Поэтому я ничего не имею против семян из-за рубежа, но дело в том, что это все надо делать с осторожностью. Вот даже у нас не только на станции, а в Вире, те семена, которые собираются за рубежом, вот, в ходе экспедиции или еще каким-то образом привозят сюда, в Россию, в первую очередь эти семена попадают на интродукционно-карантинный питомник, где они проходят проверку на скрытую зараженность. Вот. И это интродукционно-карантинный питомник, он есть и у нас на станции. То есть сначала высевается туда, все это просматривается, и потом только можно уже их высевать на полях для получения репродукции с них, для закладки там генбанк, если это интересный образец. Но прежде чем сеять их, надо проверять. Потому что мы же, глядя на семена, не всегда можем сказать, здоровы они или нет. Нет вопросов к Юрию Алексеевичу. Хорошо, следующий.